Вообще! Как так можно? Это память. Городок. Это наше. Худо-бедно поставили. Первый раз. Такая вечерняя красота. Наша палаточка. Вид на Вельючинский вулкан, ручеек холодненький и пиво охлаждается. Вышел из палатки, взял бутылочку холодненького пива и с видом на вулкан. Красота, чем не жить? Сегодня идем на Мутновский. Последние минуты сбора проходят. Такая вот мгла опустилась на лагерь сегодня. Абсолютный туман. Дало немножко. Пару зорка идем. Вот такое вот утро у нас сегодня. Туманным утром. Все-таки слухи о том, что ночью сюда приходил медведь, имеют место быть. Мы проснулись от того, что девчонки, наши соседи, стучали в банки, орали. Ну, в принципе, все как научили. До этого медведь свои следы жизнедеятельности оставлял вот здесь вот на тропе, на спуске. Ну и вот сейчас довольно свежие. Так что был Мишка, был. Несколько пивных банок, причем одну целую, которая в ручье лежала. И прошел мимо наших палаток. У меня там было пиво в пакете в ручье.
И мне кажется, там что-то похожее на небольшие медвежьи лапы было оставлено. Я сфотографировал. Так что видеть не видели, но Мишка был. Мусор, говорит, раскидал. Типа разбросал, да? Какой-то момент обошлось. Где банка пива? Я не знаю, чем лучше. Так что приходил, сказали, молодой Мишка. Все, мы прощаемся с этой полянкой. Едем опять в отель. Сначала на горячие источники. Так, а плавки мне куда упаковали?